Указ о создании Совета при президенте по русскому языку. Внимание государства к национальным ценностям должно быть постоянным, заявил президент во время церемонии вручения госпремии в Кремле. Только так, по его словам, можно уверенно развиваться, сохранять свою самобытность, сберегать себя как народ. Развитие событий в следующих выпусках. Олег Смаков, Русская служба. Пидорас ты, блядь, да что ж ты, сука, делаешь-то, а, блядь? Ваша отхода. Кури-би-би-барба-гири-бечо, кури-би-ги. Воу, воу, блядь. Давайте выйдем. Пиздец. Сейчас выйдем, ну что, вдруг там люди вырубились. Да ничего там не видно. Все нормально. Yeah.
Архипова погибла во время авианалета украинской авиации на обладминистрацию. Об этом сообщил РИА Новости премьер-министр ЛНР Василий Никитин. Он рассказывает, смысл поджимать. Сейчас он упадет, сейчас мы вас тормозим. Все равно сейчас уже на подъем, уже на подъем мы будем сворачивать. Придурок, о, блядь, нормально. Я в